Мероприятие, посвященное году семьи, началось с божественной литургии. Песнопение исполнили Самарский губернский студенческий хор «София» и сводный детский хор «Благо». Служба продолжилась молебном с принесением мощей святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака и семейных уз. Им молятся о преодолении семейных неурядиц и неспослании счастья в совместной жизни. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий говорил о понимании семьи как духовной ценности. Семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности. Это пробуждение через семью, через детей дает возможность сохранения преемственности, традиции, сохранить наш народ. Я думаю, что сегодня мы переживаем вот это духовное обновление. Вице-губернатор Дмитрий Холин рассказал о том, как важно помнить свой род и историю своего народа. Но я тебе скажу одно, что когда действительно за эти полтора года бывали ситуации между жизнью и смертью, что вспоминаешь? Свою семью. Именно то, что дает тебе право жить, и ты веришь в то, что после тебя эта жизнь будет лучше и чище. Ирина Цветкова презентовала новый совместный проект Самарского областного отделения журналистов России и Самарской епархии Русской Православной Церкви. Конкурс «Древо семьи. Семья, род, народ». Он посвящен памяти архимандрита Георгия Шестуна. Конкурс призван укрепить семейные и нравственные ценности. Творческое соревнование будет проводиться по трем номинациям – литература, журналистика и фотография. В каждой выберут одного лауреата. Заявки на конкурс принимаются до 30 октября. Итоги подведут в декабре. Мы даем старт нашему проекту, нашему творческому конкурсу, который благословил владыка Сергий. И, собственно говоря, название этого конкурса принадлежит именно владыке Сергия. Это он, когда мы обсуждали, предложил название этого творческого конкурса имени архимандрита Георгия Шестуна «Древо семьи. Семья, род, народ». Потому что для владыки это тоже очень важная тема. Завершилось торжественное мероприятие исполнением песни регентским хором Самарской духовной семинарии. Александр Шугаев, Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События.